грани. Посвящается всем лживым сукам, всем лживым сукам. Как бы я тебя не заебал, я хочу, чтобы ты знал, я не устал делать дело на все сто. Как бы я не заебал тебя, я хочу, чтобы ты понимал меня так же на все сто. Йоу, меня зовут, я прапорщик, еби альянса. Вот он я, хочется получить меня? Отсоси! Я Ту-154 в эфире, в рэп-мире, как в небе синий. Свободен к употреблению, годен лучший МС. Всея Руси злой, как собака, могу укусить. Так что меня не беси, да ты не сы в трусы. Спрей усы лысы и ноги уноси, крыса. Хотя тебе не хватит сил, Алиса. Это моя страна чудес, я здесь воскрес. Хочешь, чтобы на руках тебя носил? Денег дала на такси? Тогда соси и помни, я никогда никого ни о чем не просил. На своем ебучем авто сотни городов искали сил. Кто я? Помнишь меня? Я летаю со скоростью дня, работаю без перерыва, красиво. И мое светлое имя горчит, как темное пиво. Моя братва, сицилийская мафия. Да, кстати, совсем забыл, я ж как-никак ебать мой хуй волшебник. Чернокнижник, бля, палочка, выручалочка для девочек, целочек. Хочешь встать на ноги, дай мне мелочи. Сволочи, где же слов таких набрались? Вы пока занимались мы делом, вы восхищались, бля, женским телом. Хотели устроить порно на сцене, у вас получилось, ваши куплеты не ценят, вы своего добились. Как бы я тебя не заебал, я хочу, чтобы ты знал, я не устал делать дело на все сто. Как бы я не заебал тебя, я хочу, чтобы ты понимал меня так же на все сто. Как бы я тебя не заебал, я хочу, чтобы ты знал, я не устал делать дело на все сто. Как бы я не заебал тебя, я хочу, чтобы ты понимал меня так же на все сто. Внимательно слушал первый куплет? Нет? Тогда какого хуя тут стоишь? В облаках летаешь, знаешь? Если ты меня не понимаешь, значит мы с тобою говорим на разных языках. Одни на сцене много льют воды, другие продают свои фальшивые плоды за кусок пизды. В итоге получается такая ебаная каша. Извините, снова каша. Почему снова? Потому что надо быть внимательным. Но хавать все подряд совсем не обязательно. Лишь потому, что слишком часто говорят: мой отец бог, я бог, а на самом деле лох. Че, глох? Вася, такое обращение к публике. Нюхай бублики, мой стиль принадлежит не по праву. Такого рода реплики я слышу слева и справа. Лживые суки, кончайте сыпать в рэп отраву. Лезть глубоко в жопу ради денег и славы. Если ты слабый, значит ты не с нами строго. А ведь так много MC хотели быть эмси, но не все поняли суть своей миссии. Как бы я тебя не заебал, я хочу, чтобы ты знал, я не устал делать дело на все